Варимся заживо. С горечью шутят жильцы 15-го дома по улице Сухибатора в Кургане. Каждую зиму в подвале прорывают трубы горячей воды. Пар в безветренные дни доходит до 5-го этажа, и дом покрывается инеем. Дверь в подвал давно отсырела и выпала. Коммунальщики поставили другую. Зданию 43 года. Жители боятся, что постоянная сырость погубит козырек над подъездом, и он рухнет. Все говорят, что вот эти вот стойки под козырьком, они как бы расходятся. И вот был случай, что даже крыша обвалилась однажды. Ну, не в этом доме, а в другом. Вот. И мы сейчас ходим и боимся, что вот эти стойки разойдутся, крыша обвалится и придавит кого-нибудь. Пока мы разговаривали с людьми, во дворе образовалась большая лужа. Оказывается, из подвала соседнего дома откачивают кипяток, а шланг из люка выпал. Еще один наглядный пример, как коммунальщики борются с нашими проблемами, возмутились жители. Просто ставят помпу и откачивают. Вот только следить за процессом некому. В общем, рады только дети. Им в очередной раз бесплатно залили во дворе каток. Александр Гришаков, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».